Добрейшего здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова я, Куик, и сегодня мы с вами встречаемся в игре Ravenfield. Здесь была куча обновлений и всяких релизов. Но это первая вообще версия, в которую я играю лично. Вот чисто первая, и я не знаю, выйдет ли когда-нибудь обновление, чтобы был там сюжет какой-то и тому подобное. Хотя оно должно быть, потому что вот компания, но ее нет в разработке. Выйдет ли когда-нибудь она или уже вышла, я не знаю. То есть я за обновлениями этими не слежу и не следил никогда, и следить, как бы, можно сказать, не собираюсь. Но, в общем, что я хочу сказать. Игра про войну, нет компании, просто чисто по фану играть, ради интереса, там все дела, веселиться. И я буду, естественно, играть для вас. Похоже на контру чем-то. Значит, начинаем игру. Instant Action, значит... Карта Исон, значит, остров, гейммод, point match, так, ну, типа, на очки, понятно, это понятно, на очки. А, здесь есть как-то, я не знаю, батальоны какие-то, и я без понятия вообще, что это значит, я, то есть, не понял никакого смысла. Я понял то, что вот, вроде бы, вот, это, сколько-то человек просто за тобой бегает туда, куда ты бежишь. Ну, это мы потом с вами всякие вот эти вот посмотрим, это когда потом, если вам, конечно же, понравится. Значит, player team, это значит, за синих играть, или за красных, или вообще быть просто наблюдателем. Значит, количество боев. Включить или ночь, убрать ли весь транспорт, да, тут куча транспорта просто, ну, не так уж и большая куча, но есть. И я вообще не знаю, что такое, это какой-то реверс мод, ну ладно. Баланс, респаун тайм, вот, в принципе, вот так вот все это выглядит прикольно. Погнали. Значит, play нажимаем кнопку, загрузка, благо, не такая долгая, вот она прошла уже. Значит, вот, я вот тут вот все выбирал, я просто тестил, как тут все работает, чтобы без проседаний FPS, без фризов и тому подобное. Деплой. В общем, вот так вот, вот такой вот у меня фигня. И, опаньки, вот у нас команда целая. Они уже на танк сели. На вертолет хочу, на вертолет. Отлично. Я вертолетом вообще управлять нафиг не умею. Это капец полный, но вот так вот. Это World of Tanks нафиг. А, твою дивизию. Враги. Я стреляю по противнику. Я попал по противнику. Я сбил вертолета, обалдеть. Я уже сбил вертолет, смог сбить. А, все. Тут нет урона от падения, если что, но меня просто подбили, вы видели сами. Но я одного сбил, и это вообще прям хорошо, отлично. Они пришли захватывать флаг. Спокойно разносим всех по-тихому. Они захватили ферму, это ужасно. А я вот тут... Подбили нафиг! До 20 здоровья аж снесли. Обалдеть. Я скатываюсь! Нет, спокойно! Все, нет, меня убили. В общем, веселая такая игрушка на самом деле. Мне прям нравится, это прям кайфово, честно говоря. Ё-моё, я не знаю, меня, наверное, не переглушает или переглушает. Так, здесь я заспавнился. Да, значит, вы заняли здесь лагерь. Хорошо. Побежали к квадроциклу, чтобы быстрее доехать. И погнали захватывать. Тут надо захватывать точки. То есть, чем больше точек мы захватим, тем в больших местах мы будем спавниться. Пока что мы проигрываем по точкам. У них 3, у нас 2. Поехали на захват фермы, я думаю. Потому что ферма это очень важная стратегическая точка. То есть, с фермы мы можем добраться сразу до везде. В общем, мы можем добраться до куда... Можем добраться вот до нескольких мест. Сразу вот, смотрите, с фермы мы можем добраться до того места и сразу до того. То есть, ну, как бы стратегически очень важный объект. Поэтому, скорее всего, надо. Ух ты ж, черт. Это вертолет прилетел. Я не знаю, меня пока что валит, но ничего страшного. Я сейчас еще и пока не разыгрался. Тут вот... Захватят сейчас нафиг. Захватят. Хотя нет, там тут взорвали их. Их танк взорвали. Хорошо, понятно. Нет, бойцы, наши ребятки пришли на защиту базы. Ух ты ж, черт, что с ФПС. И это очень хорошо. Так, ладно, хорошо. Погнали захватывать, значит, пляж, я думаю. Так, минус. Минус. Чувак, не попадайся, тут есть friendly fire. Вы что по мне стреляете? Вот вы видели. Опаньки. Спокойненько. Так, хорошо, их там уже положили. О, спасибо, братан. Ну, кинул этот самый вещмешок, этот самый... Тут патрончики, патрошки. Если патрошек не осталось, как бы, можно посидеть их себе, как бы, прибрать. Так, спокойно, friendly fire. Главное, не попасть по своим.
Чем больше по своим попадаем, тем дальше нет нас нафиг. Опа, красиво, красиво. В общем, веселенькая такая игрушка, то есть и вам я могу порекомендовать ее свободно. То есть она интересная, веселая, прикольная, и вообще в нее можно играть прям долго-долго. Интересная игра. Ничего сказать не могу, просто чисто интересная игра. Тупо че... Ой-о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 й
Ты меня типа не заметил, что ли? Отличненько. Красиво, прям Падла. Ну я прям их вообще пачкой положил, вы видели сами, обалденно просто. Так, мы пока что просираем. Мы пока что просираем довольно-таки сильно. Довольно-таки, можно сказать, сильно мы просираем. Там ребята идут. Ну поехали на захват фермы, значит. Если что, больше FPS я не могу. 16 FPS это максималочка. То есть тут, если я без записи играю, если я играю с записью, тут максимально 16 FPS чисто тупо. Да, я проверял только что буквально. Так, да блин, как ты встал-то? Ты тоже, я ж тебя положил. Ну хорошо, я сейчас буду тестить другое оружие. Сейчас последний раунд с этим оружием пробегаю. И потом протещу для вас лично другое оружие. Так, спокойненько. Мне просто это оружие нравится, оно такое прикольненькое. Так, хорошо, положил. Отличненько. Положил. Это я чисто добиваю, если что. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Ага, спокойненько. Это, если что, удар с ноги, типа, в ближнем бою очень хорошо работает, так сказать. Так, хорошо, бежим, 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 бежим на захват точки. Нам надо, нам очень важно захватить эту точку. Она тоже достаточно важна, но не так сильно. Ой, там чувак с пулеметом. Хорошо, спокойно, положил. Ребята приехали защищать точку, но их что-то тут мало, честно говоря. Прям как-то мало-мало. Так, бежим, бежим, бежим. Все, я захватываю точку, я захватываю точку. Видите, вот слева вверху, там флаг вот этот вот падает. Это мы типа снимаем флаг, сейчас будем свой вешать. Сейчас она станет серой. И вот, мы вешаем свой флаг. Мы вешаем свой флаг. На, убей его. Отлично, меня убили. Мы не повесили свой флаг, нас разложили нафиг. Он почему-то не убивал его, вы сами видели нафиг. Вы сами нафиг видели. Я опять не взял новое оружие, но ничего страшного, сейчас я... Тут нельзя утонуть, ладно. Хорошо, ничего страшного. Вертолет! Так, тут вот есть, да. Можно поплавать, весело. Ха-ха-ха. Мы плывем к пляжу. Значит, пока вы плывете на... Ну, вот здесь вот. На катере на этом. Вы можете чувствовать себя в безопасности, в принципе. Так, тут парень раскладывает всех. С этого мощного корабля. Отличненько. Отличненько. Опаньки. Положил нафиг. Спокойненько, надо базу. Надо захватывать блокпост нафиг. Побежали, побежали, побежали. Захватываю блокпост, отлично. Спокойно. Вот их капец, они как тараканы нафиг начинают набегать, когда мы начинаем захватывать базу. Просто как тараканы нафиг. Это жесть. Спокойненько. Жаль, тут нет кооператива или онлайна, вот было бы весело тоже. Хотя я не особо люблю... Да. Так, хорошо, тут есть вот такое вот количество оружия, большое, большое, да, действительно большое. Ну давайте начнем с самого начала, то есть. Начнем с самого начала. Это у нас Калашников, да, автомат Калашникова, вот так вот он выглядит. У нас еще есть пистолет, есть вот эта вот гранатка, есть вот это вот, и есть типа... Лечиться, лечебка, лечебка. Так, что с тобой, ФПС, не надо, не надо, не надо. Поехали на танки нафиг! Тащить! Ух, танк тащить! Это как Халку крушить, только танк тащить. Я не попал нафиг, я не знаю, как он не умер. Ну фиг с ним. На нафиг задавил, или не задавил, не знаю. В любом случае, пацан, до свидания. Так, хорошо, стоп, мне надо заезжать на танке. Я пошел ферму вообще-то захватывать. Мы до сих пор в меньшинстве. Мы до сих пор проигрываем. Хотя я обычно, ну, когда без записи играл, разумеется, скиллуха просто перла, и я прям тащил нафиг. Прям тащил нафиг, но сейчас как-то не особо, честно говоря, получается так. Танк нафиг, танк, танк разносит. Танк разносит. Почему ты так странно катишься? Почему ты так странно катишься? Объясни мне. Дэн... Да ё-моё, что с тобой такое-то? Отлично, по мне уже попадают.
Я застрял. Тут камень стоит. Ай, ё-моё, я вообще не то делаю просто. Просто-напросто не то делаю. Я застрял по своей вине, извиняюсь. Меня сейчас крохнут тут танком этим, и все. Чё ты тут ходишь со своим РПГ нафиг? Умный самый, что ли? Блин, я так в наглую ворвался сюда. Ух, черт! Мне смерть, да? Нифига мне не смерть! Еще чего, не дождетесь нафиг. Тут, кстати, еще можно время замедлять. Типа на капсулок нажимаем такие. Ух. Ну, это читерно будет прям со снайперами. Типа ты снайпер и замедляешь время, это прям читерно жестко. А, то есть я тут вообще не существую, да, то есть. Ой-ой-ой-ой-ой, не существую, извиняюсь за ваши. Ну, за замечания. Извиняюсь, серьезно. Да ну нафиг, я их раскладываю просто. Если что, уровень сложности тут есть, и он у меня средний стоит, не хард. На харде я вообще не знаю, что бы было. Есть еще легкий уровень сложности. Ну там они вообще, наверное, как дети себя будут вести. Я не проверял, но мне так кажется. Я вообще всю базу нафиг разложил. Один, в одиночку. Иди нафиг. Вот твою ж дивизию. Вот чё вы прёте-то сюда? Идите, блин, наши базы захватывайте, пока я тут вашу захвачу. Ух, твою дивизию. То есть это место какое-то читерное. Я тебе отвечаю, оно какое-то читерное. Они как-то блин. Я на одном месте стою, меня вообще не трогают. Я тут вообще ноль внимания на массу. Я уже тут половину всего, всей базы нафиг разложил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте. Он бы меня сейчас очень быстро мог бы вынести, и очень легко. Так, ребята, на помощь приехали. А, нет, не наши. До свидания, нафиг. Я там раскладываю кого-то гранатами. Ну, в принципе, я тут очень важные для команды дела делаю. Да. Слышь ты, говно. Ё-моё, сколько их тут. Я тебе говорю, они как тараканы. Тут, чтобы базу захватить, это... Ой-ой-ой-ой. Невероятно мощные вещи сделать надо. Хопа. Граната нафиг. Всё, мне капец. Капец, с ноги зарублю. Зарублю нафиг с ноги. Зарубил с ноги. Иди нафиг. Лежать, я сказал. С ноги убил нафиг, вот я испугался жестко. Все, мы захватили. Нет, мы не захватили. Это другую захватили, а мы не захватили нифига. Ух, твою дивизию, у меня же пролагало немного. Ух, блин. Так, тихо, спокойно. Другую. На нафиг, танк наш приехал, танк! Спокойно. Все, меня треснули. Меня убили, недолго ласточка летала. И наконец-то в дуб вшлепала. Вот, давайте вот этого возьмем. Это не снайперка, это типа полуавтоматическая, можно сказать, винтовка. Вот как она выглядит. Пацан, подожди меня! Стой. Красава. Давай, поехали! Красава! Обалденно. Я не знаю, как он меня услышал, но он меня как-то услышал. То есть тут нет никакого чата, ничего подобного. Тут просто... Разношу! Отлично. Очень быстродейственный человек. Да, нафиг. Ну ладно, мы, получается, ферму захватить не смогли. Ну, да и ладно. А, нет. Я на этом поплыву. А вы нафиг идите. Ага. Да в смысле? Обалденно. Меня еще и убили. Кто меня убил? Вертолет нафиг летает какой-то. Отлично. Спокойно. Мне надо просто пробраться куда-нибудь и все. И сидеть. Так, спокойно. Едем к ферме. Да, конечно, на квадроцикле заехать, ворваться просто на ферму, это не самая умная вещь, что есть. Мы до победы, если что, играем, потом я переключусь на другую карту. То есть сегодня мы посмотрим две карты и, наверное, успеем, наверное, посмотреть все оружие. То есть я сейчас вам его протещу. Да, буду тестить. Да. Значит, бежим. Ой-ой-ой, плохое оружие. Спокойно, зарубил нафиг. Он живой, да?
Оружие говно. Сразу могу сказать, оружие нафиг говно. Ужасное. Ненормальное. Опаньки, говно. То есть оно не убивает даже. Оно просто ранит. Ну, не рекомендую это оружие. Черт! Не успел я взорваться. Ну да ладно. Так, хорошо, оружие говно, это понятно. Вот, вот это мне прикалывает оружие. Просто снайперка. Снайперка. Вот это вот мощь, вот это вот сила. Вот это вот серьезно, без шуток, мощь. Блин, дымится уже. Ну хорошо, погнали. Да блин, куда ты сел-то? Давай. Да садись ты уже за руль. Погнали нафиг. Впервые едем на машине за всю серию. Обалдеть не стать, да? А сколько серии уже длится, не могу понять. О, тихо, тихо, тихо. Главное не вредить. Куда я вообще? Куда нафиг? Где я? Вот он я. Обалдеть не встать. Куда поехал, называется, да? Так, тут ребята, значит, защищают базу. Тут можно очень вполне защищать базу, потому что тут как бы набеги на базу. Серьезно, опять вертолет? Ну ты задолбал меня. Чё ты там летаешь нафиг? Вертолет опасное дело, но если ты на нем умеешь летать. Я лично на вертолете как-то ну, не особо, честно говоря. Я больше на самолете. Вот на самолете я прям летаю, как прям вообще прям мастер. Мне World of этот. Как-то не World of Tanks, а как это. Как называется вот это вот, где летаешь на самолете? Я не помню уже игра. Ну, короче, вы поняли нафиг, где на самолете, на ну, на этих, на танках, и на самолетах, и на кораблях, в общем, везде, вот это вот я. Вот я прям профессионалом бы был на этих самолетах, я прям всех тащил нафиг. Я вам другую карту потом включу, вы прям увидите, какой я тащер. Опа. Обалденно, снайпер я говно. Не попал, отлично, еще лучше. Смотрите, сейчас просто чисто баньк нафиг, и все. Отличненько. Блин. Во, я же говорю, читерная вещь. Ну, один раз я... Спокуха. Живем. Живем. Живем нормально. Пока что нормально. Они куда-то пытались дойти, и это было очень эпически жестко. Да, как-то... Мы побеждаем, кстати, уже мы ведем. Опа. Что творится нафиг? Мы ведем, мы ведем. Угу. Это уже наше! Пока я, значит, там нафиг воевал, вы, значит, уже всю базу захватили, да? Ну, красавцы, чё. Я поехал захватывать другую базу. Блин, Friendly Fire — это единственное вот, блин, то, что тут есть. Опасная, то есть я могу случайно своих попасть и все, и разнести случайно своих всех. Опа, я еду! Я врываюсь нафиг на танки, как профессиональ. Я профессиональ! Минус машина нафиг! В наглую я ворвался и все. Меня раскрыли! Они что-то к танку немного неравнодушны. Они, то есть я на танке, когда заезжаю, как-то врываюсь, они как-то... На него не особо реагируют. Они как-то и на меня не особо реагируют, на самом деле. Это довольно-таки странно, ну да ладно. Так, поворачивай быстрее. Ну, да, ну да. Ну, я, в принципе, сделал довольно-таки неплохо так. Смотрите, мы ведем уже, между прочим, на... Почти на 100, почти... Так скажем, на 100. Нормально, пойдет. Мы ведем почти на 100, кстати говоря, да. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот опасное дело, вот это вот очень опасное дело, вот это вот, ой, надо отсюда просто валить, лучше валить. Он вот так вот отпускает и, блин, ребята, извините, ну, обалдеть. Вот о чем я и говорил, нафиг, он меня выстрелил, я сдох и все. Блин, я опять не переключил оружие, ну хорошо. Вот это вот, вот сбивайте ее, пожалуйста, вот если вы вот такое вот увидите, сбивайте нафиг мгновенно, это капец полный. Просто. Вот это вот работает как? Вот это вот работает... Это немножко дебильное, если честно, оружие прям. Оно еле убивает. Опа, это чей вертолет? Это свой или не свой? Это не свой. Это вражеский вертолет. Вот я и говорю. Я сбил почти. Хорошо. Почти это... Это почти. Я, если что, в обход побежал. Да? Это не я ошибся опять путем. Так, они опять... Они захватили базу. Они захватили опять базу. Это ужасно. Это просто фигово.
Так, спокойно, пацаны, пацаны, тащим, тащим, тащим. Да ё-моё, если пытаетесь... Да задолбали вы на своих. Кто меня все убивает, я не могу понять. Ну и слава богу, наверное, обалдеть тут народу, конечно. Выключить быстрый режим-то. Так, значит, следующее оружие у нас вот дробовик. Дробовик. Дробовичок, вот так вот он выглядит прикольно уже со скином. То есть даже покупать скины не надо. Да, 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 уже скин есть. Скин есть. Это хорошечно. Так, ребят, вы на машину не хотите сесть, да? То есть я не поеду на машине с пулеметом. Почему? Да потому что... Обалдеть. Прикол в том, что я туда не могу ворваться. Мне надо туда обязательно ворваться, прям конкретно, чтобы с дробовика их сейчас начать месить. А так приходится с пистолетом стоять и нафиг месить их с пистолета. Отличненько. Кто-то там со снайперкой не может попасть, опять же. Отлично. Мощно, жестко. По красоте. Так, все, беру дробовик. Перезаряжаю дробовик. Бегу дробовиком. Разносить врагов. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Опа. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Тихо, отлично. На подступах он прям вообще жестко работает, мощно. Блин, не убил. Смотрите, какой бежит нафиг. Хобана. Красиво, да? Замедленные съемки так. Привет. Ты что тут делаешь? Стоит тут такой красавчик вообще, да? Уроки CSGO дают о себе знать, да, как говорится, да? Иди нафиг, самолет, вертолет! Это смерть, это капец. На нафиг, разношу. Пока что живу. Живу пока, обалденно. Блин, сейчас бы прям жестко попал. Пацанчик-то мощный стал. Ух ты ж, черт! Нет! Я типа вообще не существую в этом мире, да? То есть меня тут нету, да, вообще? То есть я тут вообще как бы нафиг никому не вперся, да? То есть да, да? Отлично. Спасибо, то, что напомнил мне то, что я кому-то нужен. Спасибо. Теперь вот это оружие. Тоже прикольное очень оружие, оно мне тоже очень прям нравится. Это такое старенькое, можно сказать, да? Отлично. Оно прям бесшумное, капец. Почти прям бесшумное, вы видите, и разносит прям по-мощному. То есть мне нравятся вот тихие вот эти вот оружия. Два оружия моих любимых, которые вы первые самое видели. Ну, не калаш, а именно с которым я самым первым играл. И вот это вот. Вот прям обожаю, не знаю почему. Он мне прям нравится. Беззвучно, во-первых. Во-вторых, как убойно. Ух! Да, состояние, конечно, у квадроцикла не такое. Уж он очень ранимый, капец. Я тут и... Я приехал на... Я вообще-то на помощь приехал, слышь. Я вообще-то на помощь приехал, слышь. Базу захватывать. Мы почти победили, все, мы ведем. Мы очень жестко ведем, все, сейчас победа, смотрите. Сейчас Blue Victory. Blue Victory. Victory Blue. Victory Blue. Так, хорошо, едем на танке. Очень быстро, стремительно едем на танке. Нет, они немного поднимают статистику. Мы должны им статистику всю уронить нафиг надо статистику. Я не знаю, сколько длится видос, если будет длиться час, то я не виноват, я просто, меня затягивает эта игра. Меня затягивает это, ой-ой-ой-ой. Вот я ж сказал, Blue Victory. Я пытаюсь попасть, я сбил вертолет нафиг, красота, даже с этой запиской нафиг дубильной. То, что Blue Victory, на нафиг, фига он отлетел. Ну выжил. Я тебя с танка, это, ронять буду. Так, хорошо, едем то захватывать место. Там что-то полетело нафиг. А, вражеский танк! Иди нафиг! На! Да, нафиг! Ух, черт! Отъезжаем! На, нафиг! Слышь, ты чё, ты на меня? Ага, ага, ты на меня? Ага. Это битва нафиг танков. Да как ты? Я по тебе не могу попасть, ты по мне можешь? Да так нечестно, иди нафиг, слышь. Вали нафиг отсюда. Хать нафиг. Сейчас вам смерть придет в укусе. А, нет, смерть пришла у меня. Ну хорошо, давайте.
отсюда выходим нафиг, потому что как бы бой закончен. И идем в другой бой. На другую карту, вернее. На другую. Вот это вот моя самая любимая карта, она прикольная. Но я пойду вот сюда. Сюда, значит. Погнали. Значит, моя любимая карта, я вам показал, какая. Если вам понравится, я в следующей серии прям буду прям захватывать, прям тащить. Так, вот это оружие пока что и оставляем, давай. Я прям тащить буду на этой карте. Так, где самолет? Самолет. Я хочу на самолет. Мой самолет. Все. Вот на самолете я прям летаю прям капец круто. Вот на самолете, во-первых, круто. Во-вторых, я прям летаю на нем хорошо. То есть умею. Я могу. Могу. Умею и могу. Где враги нафиг? Я лечу к своим врагам уничтожать. По их душе нафиг. Где они? О, уже началась перестрелка. Хобана. Спокойненько. Иду на разворот. Хобана. Отлично. Я взорвался, но я... Моя жертва напрасна. Не напрасно, потому что я их успел ранить. Блин, отлично. Это наша территория, отлично. Хорошо, едем в соседнее село. Ой, черт. Я знаю, что я не попаду, я просто так, чисто для вида. В принципе, я видели вы самолетом. Я мог бы получше управлять, я просто захотел их нафиг сшибить мне уже, как бы. Смысла не было. Обалдеть наших тут на карте развелось много. Да уж. Но вот этот вот самолет, вот здесь он не так важен. То есть в этих песках он не так важен. А вот есть вот карта, вот которая моя любимая, я вам показал. Вот там самолет прям самый важный, можно сказать, элемент для победы. Да на нафиг, придурки. Ну и со снайперкой. Опасный чел, надо его сшибить. Отлично, красавчик. Хотел меня подбить, я подбил в итоге своего товарища. Я их сбил танком. И добил нафиг. До кучи. На! Это тактика называется. Тактика галактика просто. Хорошо. Едем. Опа! Вот это опасное дерьмо. Вот это опасное. Ужас. Опасно! Гоним. Нет, он пошел захватывать нашу базу. Ребят, ну вы что базу не охраняете? Они сейчас захватят ее. Нет, они уже опускают наш флаг. Иди нафиг отсюда. Слышь, наша база. Слышь, говно. База-то наша. До свидания нафиг. Вот и все. А тут и что, захватить они собрались. У меня не взорвался, я знаю. Кто-то там есть. Я знаю то, что они не захватят, ну, как бы, танк мой еще цел. Но если его подорвут, то всем смерть как бы придет. То есть смысла нету, это слишком опасно для жизни, и я рисковать больше не буду. Самолетом я попытался, конечно, да. Попытался его как-то на них посадить, но у меня не совсем все, как вы видели, получилось. Но попытка не пытка, как называется на самом деле, попытка не пытка. Так вот, самолеты летают наши, кстати говоря. А я бегу захватывать базу красную. Не. Мы тут опять же до победы, и тогда я закончу эту серию, как бы, да. Если вам понравится, то обязательно, как бы, да. Вы знаете, что делать. Не буду просить, просто если понравится, то... Чтобы я чисто знал, чисто для того, чтобы я, ну, как бы... Чтобы понимал, нравится ли вам вообще вот эта вот игра, нравится ли вам... пули не долетают. Отлично, долетели. Надо было просто поближе подойти. А какого-то фига его пули долетают, а мои нет. Так нечестно. Это обман называется. Так, ну хорошо. Да вот ты как, слышь? Я слышу вертолет. Вертолет, иди нафиг. Отличненько, спокойненько. Я вижу флаг, я вижу цель, я вижу битву. Опа, попал. Кого-то даже убить смог. Отлично! Красиво!
Куда сел? Куда да падла? Нашего подбили! Капец. Ребят, вы успели выпрыгнуть? Я очень рад, что тут нет урона от падения. То есть было бы менее прикольно, если бы ты выпрыгивал и у тебя бы открывался парашют. А так нет урона от падения и все. И все довольны нафиг, все не успел. Ну хорошо, это повод, чтобы взять вот это оружие. Вот это вот мощное оружие, честно скажу. То есть рекомендую. Мне оно нравится прям жестко. Вот оно. Оно стреляет какими-то красными пулями. Я фиг знает, как это получается. Так, здесь должно что-то заспавниться, нет? Разве нет? Что с тобой, ФПС? Разве нет? Здесь что-то должно заспавниться. Тут тоже заспавнится самолет или вертолет. Ну их тут нету. Ну хорошо, ждать я не буду. Надо делать контент. Погнали. Хорошо. Едем. Ох, твою ж дивизию. Капецки. 20, 15 FPS, 12. А-а-а! Я не вижу, куда я еду. Здравствуйте. Ой, я вижу, куда я еду. Вот оно. Оно, к сожалению, не убивает с одного выстрела, но если бы убивало с одного выстрела, это была бы имба. Бах нафиг, видали? Обалденно. Он живой. Это так. На добивание, так сказать. Там кто-то на квадроке поехал, или мне показалось? Опаньки. Не долетают патроны нафиг. Это ужасно. Да и ладно. Серьезно, что ли? А так. Ну долети! О, неужели долетел? Ух, черт. Спокойно. Квадрик дымится, ну да ладно, фиг с ним. Выживем. Я обязательно выживу. Едем нафиг. Сейчас подпрыгнем как с трамплина. Нафиг. Если я доживу, нет, не подпрыгнем нифига. Это так и было запланировано, если что. Так, спокойно. Бежим на захват базы. Нафиг. Там танк выехал по нашей душе. Ну ничего страшного. Хотя много чего страшного есть. Да уж, вот тут вот полезно очень, конечно, крылатая десантура нафиг. Ну, не так полезно, как я уже сказал. На той карте так. Там нет никого. Что нафиг за звуки? Тут никого нету, я бегу захватывать флаг. Я здесь. Опа, нет. Да ё-моё! Я говорю, они как тараканы, как будто бы знают, что я захватываю. Там не видно, когда захватывают ваш флаг. Не видно. Откуда они нафиг берут? Опаньки. Просто размесил нафиг. С землей сравнял. Лохи. Так, ну мы ведем. Не очень сильно, но... Но ведем. То есть, да. Могло бы быть и хуже. Блин. Досадно. Спокойно бежим. Что там у нас? Опа, бежит кто-то. Это свои. Ну, у меня в любом случае не долетели бы патроны. Даже у той снайперки не долетели бы они. Вон там самолет летает. Свой или не свой? Чужой. Зачем я делаю? Танк! Ага, на опережение. Да фиг я так сделаю. Да нет, так невозможно. Откуда, тварь? Самолет! Вон он!
Меня разнес самолет. Я и говорю то, что тут, если ты пешим ходом бежишь, то тут, ну, как бы нет смысла. Мне самолет, я хочу самолет, я хочу самолет. Я на самолете другие самолеты вообще разношу на изи. Но тут нет самолета. И это ужасно. Вот и смысл. Хоть с черта. Ну я тоже хочу самолет. Слышь. Тут нет самолета. Это чужой или свой? Свой. Отличненько. Ладно, хорошо, без проблем. Сяду на машину. Эх, я так хотел самолет. Я был на самолете, зря я его потерял нафиг. Меня потом сбили, конечно, но я бы. Блин, я полетал хотя бы еще побольше. Это веселее, чем ездить здесь в песках. Опаньки. Отлично! Как он меня разнес-то нафиг? Обалдеть не встать. Ну хорошо, это повод, чтобы взять. Это было. Патриот. Патриот. Оружие патриот. Потом, если что. С пистолета будем. Вот так вот выглядит. Тоже прикольное оружие такое, но мне как бы оно не особо. По душе, не знаю почему. Ну, я имею в виду не по душе, а именно. Так же, как и остальные. Нейтрально. Спокуха. Где я? Куда мне? Опаньки, а тут пацаны тоже. Бегут. Я знаю то, что я сюда могу не попасть. И вообще, вернее, не попаду, потому что патроны, во-первых, не долетят. Но, в принципе, не, мне это оружие больше, чем остальные нравится. Мне это оружие нравится больше, чем остальные орудия. Вот. И что я могу сказать? Оно очень мощное и хорошее. Ребята! Подождите. Так, спокойно. Спокойно, там пацан на квадрике едет. Но мне надо захватить базу. Черт. Это свой или чужой? Свой. Ух, нафиг, что там происходит, смотри-ка. Не долетят, да? Ну, конечно. Надейся. Ты обалдел? Прилетел, блин. Самолет вонючий. Офигеть. Пацаны, я поехал. Я поехал. Ага! Я знаю, что я сейчас сделаю. Я сейчас сделаю по-умному. Нафига мне это все надо? Зачем мне вот так вот умирать, как крыса подопытная? Не буду. Не буду позволять я надо мной издеваться. Не буду, я сказал. Не буду. Я знаю, что я сделаю. И никто не сможет мне, да е-мое, помешать. Только квадроцикл этот неуправляемый сможет мне помешать. Вот и все. Опа, наши захватили точку какую-то. Не знаю какую. Вот даунтаун. Да е-мое. Я еду! Я приехал! Самолет! Самая лучшая парковка. Залетаем нафиг! Уи-хи! Все, вот теперь другое дело. Вот теперь нафиг другое дело. Сейчас разберу нафиг. Так, сейчас надо выровняться. Так, патроны, перезарядка, перезарядочка. Сейчас разнесу по-быстрому. Так, надо взять на мушку. Да ешкин ты баба. Увернулся. Опа, подбил, спокойно. Спокойно, дымится. Спокуха. Отлично! Вот о чем я нафиг и говорю. Ага. Спокойно, не надо очень.
Надо подняться так, спокуха. На разворот, спокойненько. Аккуратненько. Опа! Тихо. Ой, тихо. Спокойненько. Блин, у самолета есть перезарядка, обалдеть. Вот это вот очень жестко. Прикол, если бы ее не было. Это было бы вообще, это был бы имба нафиг. Так, чуть я бы скалу не врезался. Спокойно, я буду летать. Мне уже пофигу на все, я буду просто летать. Аккуратненько. Так, я пойду разнесу вот ту базу. Вот ту, да-да-да-да-да, вот ту. Лечу разносить базы. И мурдальники. Оба, а тут уже никого и нету. Ну ок. А, это... это не то, что я хотел. Меня нафиг попал кто-то. И очень жестко попал. Все, капец! Нет, не капец, нифига. Я вас обманул. Ха-ха-ха-ха-ха. По мне кто-то жестко попадает. Ух ты, дядя. По мне кто-то очень жестко попадает, и у меня уже дымится самолет нафиг. Спокойно, вы что там, с ума сошли? Слышь. Кто там на меня? Вообще, что ли, обождели? Обалдеть! Обалдеть. Да уж, ну видос уже очень долго длится, я так чувствую. Надо уже побеждать, ребята, давайте побыстрее, у меня контент. Контент слишком долгий, это, блин, плохо, наверное. Чё за шваль меня вынесла? Вон сидит, смотри-ка. Сидит, блин. На самолет сел, слышь? Вот говнюк. Ну нифига подобного, я его сейчас разнесу. Сначала разнесу вот этого. Я нет! Свин! Попал все-таки, свин. Ну блин. Нет, нет, стой! Вылези, да-да-да, красава, 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 красавчик, красавчик. Только мне теперь догнать этот самолет надо. Все, 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 спокойно. Я просто повел его рукой, типа, вылези отсюда, свин. Все, самолет мой. Хобана. Полетели нафиг. Это контент с самолетом. Ух, черт, 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 не надо лагать. Это свой или чужой? Это свой. Отличненько. Так. Лечу на базу. Попал. Ух, черт! Подбили. Подбили, подбили, подбили. Жестко подбили. А, это или я крыло. Подбили. Летчик в экстазе. Там танк. Мирно, быстро. Я свой. Пацаны. А, я свой, я свой. Я свой вообще-то. Вы что, вообще что ли с ума сошли? Вы что, своего стрелять будете? Friendly fire, что ли? Ага! Пошли в попу! Ложки! А кто это был? Кто это такой понятливый у нас? Где? Еду за флагом. Слышь ты! Говно! Кокошье! Это не ты, да?
А кто такой понятливый-то, не могу понять? Ты что ли? Офигенно. Капец. Сколько там уже длится видос-то, это уже упакованное. Так. Спокойно. Хорошо, без проблем. Ну, пробуем. Я мог бы сесть в танк, но я не буду. Потому что мне надо по-быстрому доехать сейчас до взлетной полосы, чтобы взять оттуда самолет и идти бить мурдальники моим противникам. А там уже кто-то взлетел. И летать он, похоже, не умеет, потому что он какие-то мертвую петлю делает. А я летать умею. Я, в принципе, иногда очень-очень-очень хорошо умею летать. Аж крылом нафиг бьюсь. Ух ты, дивизия. Ну нет! Отдайте самолет. Плиз. Тут заспауниться должен. Я посижу тут, подожду. Хорошо, окей. Спасибо. Уже, ой, чисто без записи. Сейчас. Вот он, вот он, вот он, вот он. Самолет. Да, просто на самолете самый интересный контент получается, по-моему. Так бегать как-то не особо весело. А на самолете. Вот следующая серия, если вам вот это вот понравится, прям будет вообще интересной. Я вам прям обещаю жестко. О, красиво. Спокойно. Так, надо взлететь повыше. А то я как-то низко летаю. Я птица низкого полета. Свои. Спокойненько. На разворотик. Не успею, наверное, да? Да фиг тамушки. Успел. По мне пытались со снайперки попасть, вы слышали? Вот это... Опа, вот здесь сейчас будем веселиться. Мне надо на развороты немного повыше подняться. Опаньки. И полетели нафиг. Не знаю, валю ли я кого-нибудь или нет. По крайней мере, стараюсь. Опа. А что-то не стреляем? На перезарядку нафиг пошел. Случайно уже по привычке R нажал просто. Потому что патрончиков мало. Он перезаряжается довольно-таки долго. Опа, вот сейчас точно разнес. Разнесли меня. Но моя жертва не напрасна. Так, давайте возьмем вот это. Моя жертва, так скажем, не напрасна. Я взорвался и ранил вот этих вот пацанов. Так, хорошо, спокойно. Значит, о, взлетно-посадочная полоса. Опять ждать придется, ну хорошо. О, не надо, не придется. Ха-ха-ха. Я волшебник, я колдую. Я кастую просто заклинание и колдую самолеты прямо на раз-два нафиг. Блин, на самолете я разношу неплохо, по-моему, да? Ну, по крайней мере, на той карте, которая моя любимая, я разношу прям вообще неплохо. Опа, вот сейчас я разнес точно. Отличненько, красиво так называемое, да, да, да. Так скажем, красиво. Оба. Мертвая петля! Не мертвая петля, но все же. Блин, у меня просто чувствительность мышки не такая уж и хорошая. А слушайте, давайте я сделаю мертвую петлю. Сейчас, смотри. Смотри, смотри, смотри. Input. Mouse sensitive. Так, 0.34, запомнил? 0.34. Да как-то не особо, честно говоря. Нормально пойдет. Нормально пойдет. Так, 0.34, да? 0.34. Вот так. Отличненько. Пойдет. Кто это такой? Точный. Вашу же дивизию.
Давай. Задолбал. А вот я попал. А вот ты мазила нафиг, понял? Ха, лох. Я победил. Не надо. А, на самолет кто-то отнял. А, нет, вон он стоит. Ух ты. Вы видели? А-а-а! Все, разнесли нафиг. Ну хорошо, ну хорошо. На самолете все-таки веселее. Контент. Контент прет. А где вертолеты? Опа. Стоять! Вылезти нафиг. Это если что на G, на P на русскую нажимаю, и как бы получается так, что он уступает мне место в самолете. Так, он сейчас со мной сидит, получается, да? По-моему, да. То есть тут можно, тут двухместное место, тут можно вдвоем сидеть. Вот я и говорю, было бы прикольно, если бы был кооперативчик. О, черт, нет, поднимайся, поднимайся нафиг. Спокойненько. Я лечу, лечу, не переживайте. Это свои? Это свои. Я что-то не вижу, чтобы они на танках ездили или летали, как бы их что-то нету. Если бы летали, я говорю, я бы прям разнес нафиг. Как надо. Сделал бы все. Опаньки, кто это здесь у нас? Мне смерть, да? Да, надо, по-любому. Ух! Отлично! Мощно! Вырулил нафиг! Долбанный беспилотник! Я вернее, я вырулил. Беспилотника тут, к сожалению или к счастью, нафиг нету. Хорошо. Стрелять пока не стану. А вот это как оазис нафиг, как оазис этого. Да блин, сколько я уже играю нафиг, сколько уже контент длится. Мне придется сокращать потом видос, как-то вырезать что-то, как-то ускорять что-то, наверное. Ну, потому что как бы... Ну, ё-моё. Я как-то в последнее время понял то, что длинные видосы — это не особо красиво. Обалдеть, никого не убил, да? Капец. Ну я еще раз повторяю, я люблю... О, вот это вот другое дело. Опаня, здорово. Подбил какая-то свинь. Какая-то свинья меня подбила. Не самолет, а я какая-то свинья долбаная. Сволочь. Я бы сейчас так его, блин... Грохнул. Хватит там по мне стрелять, слышь. Летчик. Наводчик, блин. Где я? Побежали на базу, офигели делать. Да иди нафиг, слышь. Здравствуй. Теперь ты в моей шкуре. Лошара. Ха! Красиво. Жестко. Мне перезарядить надо, пацаны, прикройте. Спасибо, что кинул, но только я уже сам кинул. Ну ничего, в два раза быстрее будет восстанавливать. Хых. Опаньки. Здорово. Здорово. Опа, красиво снес. Красиво снял, красиво снял. Это я снял, кстати. Нет! Нет, не убивай! Прошу, прошу, пощади! Сжалься! О, господи. Фух, успел. О май гад. Спокойно, все, живой. Спокойно, 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 спокойно. Мерси богу. До свидания. Свин. Я тебя и так снесу. Красиво. Ребят, ну вы чё пришли и умерли? Как крысы нафиг, как клопы. Я тут разношу. Ты чего? Слышь? Фига ты, слышь? Ты же мертвый был. Или ты типа воскрешаешь? Офигеть, он воскрес. Это нечестно, кстати, называется.
На нафиг. Каково теперь тебе, а? Каково? Да как? Сколько вас убивать-то можно нафиг? Капец, оно же такое убойное должно быть, по сути. Так, мы почти победили, и я почти закончил видос. Там очень наглый пацан, который сбивает наши вертолеты. Так, спокуха, поехали. Поехали, убьем пацана, который вертолеты наши сбивает. Вот он и меня тогда сбил. Слышь, пацан, улыбнись в камеру. Откуда, тварь? Ну, понятно. Хорошо, вот теперь вам все. Вот теперь вам пока что все. Вам все, вам смерть. Вам понимаешь? Ты понимаешь, что вам смерть пришла? Пацан. Полетайте, да, действительно, полетайте. Это последнее, что вы сделаете перед своей смертью. Вообще уже обнаглели нафиг. Видал вообще их. Там на танке? Обалдеть, там на танке, ребята, поехали. Да у меня нет самолета, просто так бы я сейчас всех разнес. И что теперь скажете? Ужас нафиг. Ничего вы не скажете, потому что... Опять. Ух ты ж, ё-моё, вот это проскочил. Да конечно. Идет такой крутой со своим РПГ. Смотрите, идут нафиг. Мужики. Которые только с РПГ, правда, и умеют стрелять. Ну да ладно. Пойди, пожалуйста. Отлично. Замечательно. Кто это? Обалдеть просто. Вот летает крыса вертолетная. А, это свои. Чел. Йоу, муа. Чел, ты не... Все, наконец-то. Фух, победили, господи. Слава тебе, господи, уже видос сколько? Час, наверное, 2 часа длится. Ура, мы победили, братья, ребят, мы победили, ура. Я сейчас вас всех убью нафиг, свиньи. За то, что вы мне не помогали тогда, когда мне нужна была ваша помощь, свинь. Слышь, стоять. Я тебе помогу сейчас. На. Ура. Мы победили, ладно, друзья. Спасибо всем за просмотр. Да, этого видеоролика. Фух, наконец-то. Счастья, здоровья, любви. Всего самого наилучшего. И никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не болейте.